золотом лице сидели Мишки Гамми, Том и Джерри, Скрудж Макдак и три утенка. Выходи, ты будешь Понка. Понка села на такси и уехала к Сиси. А Сиси сидит на ветке и кричит, кому конфетки. Понка будет их считать, раз, два, три, четыре, пять. Если Понка не придет, дядя Скрудж с ума сойдет. Чип и Дейл прибегут, в Жика с Гайкой позовут, а Рокфор несет цветы, значит, голей будешь ты! Но! Чебурашка прибежал, Голя у тебя забрал, Чебурашка мой кумир, он прочел войну и мир. Том первый! Князь Балконский шел на бал, и с тобой на так... Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.